Рав утенебес, кишер риастен, варбезда, ашуланып китме, рейна сутен гарайвина, шулай гомерин, алдан, зыгамга, тыныш шықла. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, очень сложно говорить, буквально в двух-трех словах. Учитель с большой буквы, столько поколений она учила, сколько выпускников. Она любила детей, она любила коллектив, работала в этом коллективе. Прекрасный учитель, начальник классов, общественный деятель, потому что она практически везде была одна, принимая участие. И вот как раз вырастила свою дочь. Жить-то жить. Вот то, что произошло вчера, описать невозможно. Вписать нормальную человеческую логику невозможно. Поэтому простите нас, Венера Султангаревна, от многочисленных учеников, от ваших коллег, от педагогического сообщества республики, от Министерства образования и науки нашей республики. Еще раз выражаем благодарность вашей семье, Венера Ханум, вам, вашим родственникам. Желаем вам терпения, главное терпение, здоровья. А вам спокойного сна. Орныңыз жәннәтте болсын. Орныңыз жәннәтте болсын, я рабби бирхали салавин. Қалғандарға сабырлық, исәнлік. Мен шу. Рахмет.